จะละเม็ดเปล่าวะдедушка наловился. Большая? А? Большая? Это нормально. Большая? А, размером? Мишек это роя. Килограмм 5-7. Пака? Я не успел увидеть. Нет, не пака точно. Ого! Зачетно. Вот это она, как? Сипек. Я хайлю пиво, как лимон. Как кулево. Этого. Бекон. Берите этого. Быстро прыгай. Прыгай. Waiting. Большое. Он спрашивает, его карпа отпускать или нет? Окей. Че? Сюда, сразу двоих. Да он сейчас оторвете. Боись. А как вторая сетка где? В нем 20 килограмм. Видео есть? Понимаешь? Теперь можно сказать, что у меня очень мужественное лицо. Так, не выпендривайся. Второй сетки нет. А где вторая сетка? Скажи, пусть несет. Разберутся. Я даже не видел, кто там. Блин, там реально крокодил. Скажи, пусть сетку несет. Не переживай, не сознает. Так, сейчас мы ловим монстра. Это большая рыба. Может, ты ко мне отойдешь? Там крокодил сидит. Да.
представляешь, это на мою, на мой спину, на маленький бы взялся такой крокодил. Кажется, где-то скоро он уже должен появиться. Ты его успел увидеть, нет? Нет. Я в кадре, так вот есть там иногда? Без ног. Без ног нормально, главное, чтобы слышать. Блин, вот до сих пор я еще его не видел. Вот это рыба. Кто там? Я не видел еще. Кто это? Сетку еще. Не переживай. Кто же это? Вот точно. Сом. Вот там, ребята, все 20 килограмм я. Реально, пока. Живого и вес 20 килограмм. Снимай, ага, вот так. Все в кадр вошло. Прыгай в воду. Прыгай в воду. Вау! Прыгай в воду. Стой. Я буду видео, да? Да, но ты снимаешь на видео, а потом на фото переключишься. И так ряд от дуплета. Дубль. А теперь фото делай.